Итак, у меня третья попытка фигурного катания. Сын пробовал, отказался. Вторая катается. Теперь я... Третья мне изъявила желание кататься на коньках. Купила я фигуристке ботинки, одежку. Эх, добро пожаловать в мир фигурного катания. Кир, куда ты едешь? На йогу. А что ты будешь там делать? Кататься. На чем? В носках. В носках, но на чем? На коньках. На лед? Вы погнали, идите. Пошли на лед. Держи, Наташа. А че ладошки? Отойди. Я тебе свои коньки. Мне мама купила коньки. Тебе коньки купила? А я... Нет? Ну нет, значит нет. Так я не понял. Домой, пошли, домой. Домой.